13 по 20 мая в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета проходит «Медиа-ВИК-2022» по случаю 60-летия журналистского образования. Дебют мероприятия пришелся также и на День печати, который ежегодно отмечается в Татарстане 19 мая. Программа «Медиа-недели» насыщена неспроста. В недельный промежуток Казанский федеральный университет осветит многие интересующие будущих журналистов темы. «Медиа-неделя» у нас проводится как часть мероприятий, связанных с 60-летием журфаков в Казанском университете, который отмечается в течение этого года. Мы хотели сделать ее и максимально праздничной, насколько это возможно, но с другой стороны, учитывая, что сегодня вокруг мира медиа и вокруг вообще ситуации в медиа разворачиваются настоящие страсти и битвы, и сами медиа являются участниками многочисленных битв и информационных войн, то мы решили это еще и наполнить определенными дискуссионными площадками, которые, собственно, в рамках этой медиа-недели будут работать вот у нас в стенах Высшей школы журналистики. Первым мероприятием «Медиа-ВИК» стала выставка «Журналистские династии», которая открыла свои двери 13 мая в мраморном зале Казанского университета. 15 мая прошел долгожданный день открытых дверей Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Абитуриенты и их родители смогли задать интересующие вопросы о поступлении и обучении. 16 мая в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел круглый стол под названием «Диспозиция медиа. Позитивные возможности при негативной повестке». На видеоконференции выступили представители юнармии, актеры театра и кино, а также лекторы Казанского университета. Амир Сабиров, Карина Саяхова, Универньюз.